Привет, дорогая, меня зовут Даша. Это снова видео в стиле анбоксинг. И снова мне пришли книги. Этот раз это был книжный магазин «Лабиринт». И от него мне пришла вот такая вот аж посылочка. Здесь на 2000 7 книг. И одна закладка. Посылка пришла словно на смешку мне. Я так радовалась, что я успела дочитать те две книги, которые у меня были в процессе чтения именно сегодня, потому что сегодня пора снимать видео о снятых, о прочитанном за прошедший месяц. И вот я их только прошла, и мне пришли уже новые книги, но, конечно же, этому рада. Итак, пришла магнитная закладка вот такого плана. То есть это не просто. То есть я еще не знаю, как она работает. Для детей старше 3 лет. Я рада, что подхожу под эту категорию. Эта закладка состоит из двух частей. Вот такой вот. Я ее тебе уже рассказывала в предыдущем своем видео. То есть действует она так же. Вот. Но тут есть еще одна. Просто такой кругляш на магните. То есть и там, и там. Зебры с надписью Friends Hip. Вот. Так, закладка мне не нравится, потому что у нее нет выступающей части, как у... Вот, звездочка тут выглядывает. Вот. И что касается кругляша, то я не уверена, но мне кажется, это всего лишь такая декоративная часть, то есть она просто сверху примагничивается, и таким образом то место, где находится закладка, быстрее отыскивается. Или я не знаю, что это вообще, зачем это. Ну, если знаешь, напиши мне в комментариях, и я хоть буду знать. Вот, ну такой неоднозначная какая-то закладка, мне пока не нравится. Ой, ну теперь приступим к самим книгам. Маленькая превью, наверное, можно это назвать. Дело в том, что я, когда делала видео о книгах Акуина, которые имеются в моей библиотеке, ссылочку я оставлю, я обнаружила, что мне не хватает нескольких книг. Поговорив с мамой, я выяснила, что она дала почитать эти книги своему коллеге, и полученные таким образом книги ушли из нашей библиотеки. Я не могу допустить, чтобы Акунин... У нас было неполное собрание сочинений Акунина, плюс ко всему... Выявилось, что, оказывается, у нас и не было в библиотеке определенных книг. И плюс еще и заказала новинки. А здесь у нас Борис Акунин, шпионский роман из проекта «Жанры». Это одна из тех книг, которая когда-то ушла. Так. Борис Акунин, серия книг, роман, кино, так, фильма пятая и фильма шестая. Фильм пятый у нас есть, а вот шестой нет, ну, пришлось вот так вот заказывать. Так, а вот эта книга Бориса Акунина называется «Сценарий». И это сценарий его романа «Статский советник». То есть это не сама книга, а... Да, поняла. Так, проект «Жанры», детская книга. Так, из жанра роман, кино Бориса Акунина под названием «Гром победы, раздавайся». Так, это у нас, посмотрите сейчас, какая фильма. Фильм шестая. Походу, я затупила. Ну ладно. И у меня будут 2 6-х фильма. Так, также «Вход в лабиринт». Молодец, Даша. Вот эту книгу я заказала по ошибке. Полагаю, что это Акунина, может, не знаю почему, как будто ни было.
добро пожаловать. Прошу любить и жаловать. Книга «Лабиринт», автор... Так, Аркадий Георгий Вайнер. То есть, братья написали, я так понимаю. Так, и последняя книга, которая мне пришла, это Борис Акунин. «Особое поручение». Такая вот книжка. Это моя посылочка заканчивается. Собственно, вот это все. Я тебе желаю, чтобы у тебя не было ошибочных заказов. А если они были, то пусть они будут удачными. Может, и у меня он будет удачный. Вот, на этом все. Пока.